эмоций. И я на этот тренинг как бы поверил в себя. Вот мне вот 41 год, да, и я не думал, что молодые девочки тоже смогут как бы вестись на меня. Я казалось, уже ну, 30 плюс, они даже 20 уже. Оказалось, не все так плохо, как 20-летний нормально на меня реагирует. То есть для меня это открытие очень большое, что на такого взрослого мужика могут быть. Мы за то, что все еблись! Да, и вот что это самое интересное тоже, когда мы начали подходить, у нас с первого подхода подперло, прям с первого. И что самое интересное, мы когда подходили вот к группам по три там девочки, и мы когда стали, кто из вас самая смелая, всегда самая красивая вставала, остальные в сторонку. Хотя в других заданиях в основном некрасивые нам всегда мешали, а тут они сами отходили в сторону. Красиво, да, я хочу участвовать, допустим. И вот самые, и у нас все подходы самыми красивыми, вот, они участвовали с нами. То есть для нас это тоже такое открытие, что самые красивые тоже, они такие активные, веселые. То есть вот, ну, такое упражнение просто, оно, это, кто не сделал, советую обязательно сделать у себя там. Передаю слово. Круто.